Они на выходных изучат свои подарки, все, что там надо будет, сделают, и в понедельник нам принесут, покажут. Наши дедушки, папы уже были в армии и исполнили свой солдатский долг. Я желаю вам всем здоровья, благополучия и, конечно, мира. Праздник, посвященный 23 февраля, Дню защиты. Дети, все смотрим вперед туда. Я надеюсь, что каждый из ваших детей еще дома поздравит вас, ваших вторых половинок с праздником, те, кто не пришел сегодня нам на концерт. И к проведению праздника готовы? Да! Четко? Да! Я хочу начать наш праздник с выступления участницы конкурса, станичного конкурса, который проходил в детском саду. Кальченко Кристина нам расскажет первое стихотворение. Пусть на земле цветут сады, строг дудеть, не нужно нам больных бедить, пусть солнце ярко светит. Хотим мы вырасти врачами, строителями, скрипачами, учителями и артистами, летчиками и связь с листами. Хотим под мирным небом жить и радоваться, и дружить. Хотим, чтобы всюду на планете войны совсем не знали дети. За то, что есть сейчас у нас, за все, за каждый наш счастливый час, за то, что солнце светит нам. Спасибо доблестным солдатам, нашим дедам и отцам. Лучше, чем моя земля, улетаю в космос. Мне больше. Да папе. Заработать. Вот папа и дедушки уже заработали. Кто-то служил в армии, да? Кто-то вот семью создал хорошую. И благодаря этому появились вы на свет. Поэтому мы сейчас испытание для вас придумали. И только лишь потом девочки внимательно послушают, посмотрят и... решим, кто достоин призов. Буду помогать ему охранять свою страну. Ну, громко отвечает, дружно, правда? Да. Так, мальчишки, ну-ка, как надо этот, вырабатывать командный голос. Брат сказал, не торопись, лучше в школе ты учись. Будешь ты отличником, станешь пограничником. Правильно. Дает кругом. Там. Затаились в глубине, чтоб спокойно жить в стране. Бороздит пучины смело, выполняя свое дело. Что это? Правильно. От всей души без лишних слов, от всех невзгод нас дальше езжайте. Но только чуть без синяков. Мы желаем вам... Народа, а не только армии. Всего народа. Спасибо за внимание.
Свои маленькие дети, маму с ними сегодня. Дядя Павел надевает боевые ордена. Дядя Павел уже вся советская страна. И, конечно, весь наш дом, и я лично с ним знаком. Всегда желаем быть на высоте и побеждать во всем легко, экспромтом. На каждой широте и доброте лишь новых планов, новых горизонтов. На сцене четвертый Б-класс. Б-класса с полюбившейся песней нашей школы «Все о той весне». Нет, это песня, знает популярность. Да? Выступление закончилось. Антоша несет подарки Гришины. А Гриша с вещичками на выход. Я с вещичкой. И ты с вещичкой. Как хорошо мама поубирала в гардеробной. Теперь есть чем мешки набить. Мама, ну все, Клеша, я пойду там выкину. Пока буду идти. Такая вся сразу. Такая, я иду. Блин. Походу коробочку в номер. Да. Маме, сами пить. Матрешки. Какая малюсенькая. Ух ты, а ну дай поиграть. Одна без бля, личика. Какая. Мама говорит, ну могли бы хотя бы личика. Да, просто форма. Личика. Матрешечка. Так, мы зашли в кофейню. Как она нас... Быстро все спрятались, я сейчас буду снимать кофейню. Мне принесли кофе Раф. Вот это вот называется микс. Сахар. Как твое называется? Это сидит любовь. Короче, понятно, что мы любим поржать и пожрать. Мы едем в Ейск, 21:54, и тут снег. А где мы уже? За Брюховецкую, да, заехали? Каневская. В Каневскую? Ну, здесь сейчас, конечно, плохо видно на камере, но здесь просто супер. Погодка. Надо аккуратно ехать. 22:48, и тут уже мы бы уже на Ейск повернули. На Староминскую. В общем, красота. Мы приехали в зиму. На север Краснодарского края. Папа наш кашляет на севере. Настоящий север, да? Как тут снежок валит. Мы приехали в 12 часов ночи. Сейчас пойдем спать. Антош, на! Антошик, давай мне. На, вот. Ты вот здесь собаку нашел? Он воссоединился с ней. Пошли, приехали. Мы в Ейск в 12 часов. Молодой человек уже улегся. Как барон, да? Ты с кем будешь спать? С нами. А чего так хочется? Наговори всем спокойной ночи зрителям. Ну, улыбнись. Ну, посмотри хоть на маму.
Ты что, застеснялся? Ну и все, я тебя люблю. Мне куда ложиться?